Крупнейшее предприятие Гродненщины, основной производитель азотных удобрений в Беларуси, «Гродно-Азот», модернизирует производство. Постоянное внедрение нового оборудования и улучшение имеющихся технологий позволяет предприятию оставаться лидером в своем секторе. В настоящий момент идет строительство нового цеха по производству азотной кислоты и реконструкция действующего производства карбамидно-аммиачной смеси. Это обновление позволит предприятию увеличить объемы производства на 60%. До 1200 тонн в сутки против нынешних 750. Сейчас завод полностью покрывает потребность в азотных удобрениях в республике. Кроме того, активно работает на экспорт в Европу, а также страны Южной Америки и Африки. На данный момент 40% производимых жидких азотных удобрений отправляется на экспорт. С вводом в эксплуатацию нового цеха в цифровом значении эти показатели увеличатся, что положительным образом повлияет на финансовую составляющую деятельности предприятия. Строительная работа больше 50% на настоящий момент закончены. Планируется, что мы во втором-третьем квартале 2018 года мы его запустим в эксплуатацию. По графику срок пуска 4 квартал 2018 года. Мы думаем на опережение пустить раньше. В планах предприятия также замена 5 ныне функционирующих установок воздухоразделения, а также реорганизация имеющегося старого цеха по производству карбамидно-аммиачной смеси.